ты на канале Magic Pets, я покемон Юмичу. Да, а я Софи, привет. А я Миша, Миша Лайк. Я Эйвен, приветик, ребята. Сегодня у нас будет очень необычное видео. Точнее, не у нас, а у нашей киски Алиски. Она расскажет и покажет свое детство. Но до этого, эй, ты слушай, я приглашаю тебя на нашу фан-встречу 9 июня в парке Сокольники. Вот там внизу в описании к этому видео ссылка на регистрацию. Это будет фестиваль 4 лапы в Москве. Да, покемон? И Аня с Юмичу будут тебя там ждать, а в другой раз, возможно, пойдет Миша. Да, просто всех четверых брать очень тяжело. Поэтому в этот раз иду я. Обязательно приходи увидеться с нами на фестиваль 4 лапы 9 июня в парк Сокольники. Мы будем там в 13:45. Вход бесплатный, но нужно обязательно на сайте у них зарегистрироваться. Юмичу, все поняли, мы же ссылку внизу в описании оставили. Приходите всей семьей, берите своего питомца и друзей, потому что фестиваль будет очень крутой и для всех найдутся занятия. А еще там будут выступать разные известные люди и блогеры популярные, и звезды, а еще будет концерт Артика и Асти. И даже будет квест на путевку в Париж, можно выиграть бесплатное путешествие. И всякие другие приколюхи для питомцев и людей, шопинг и вкусняшки. Короче, мы с Аней будем тебя там ждать. Обязательно приходи, возьмешь автограф, будем фоткаться и обниматься. Регистрируйся вот там по ссылке. А еще сегодня ролики на всех наших каналах. Классные, потом посмотришь. Че, погнали? Ну привет, я киса Алиса. И да, я очень выросла. Очень многие меня просили снять видео про мое детство, как я была маленьким котенком. Кстати, ставьте лайки, если хотите видео про детство покемона Юмичу. Ведь про детство Эйвена, Софи и Миши ролики уже есть. Свое совсем раннее детство я не помню. Видимо, мне память отшибла, когда кто-то выбросил меня в канализацию почти новорожденной. А Аня меня спасла. Она на улице услышала мои крики и вытащила меня прямо оттуда. Ага, из какашек. Отмывала, лечила и заботилась обо мне. Но так никто и не смог узнать, откуда я взялась, где мои родители, а может братья и сестры. Поэтому решили, что день рождения у меня будет 1 сентября. Так что сейчас мне уже 1 год и 9 месяцев. Когда Аня меня отмывала, по мне ползали блохи. Поэтому потом меня пришлось долго лечить, обрабатывать всякими средствами, а еще у меня были очень больные уши. И я долго выглядела как пакля. У меня была такая дурацкая жирная шерсть. Короче, когда-то я была совсем малюсеньким комочком. Но котомонстром я была всегда. Чувствую, у нас в доме появился невоспитанный разрушитель. Все. Предполагаю, что знакомство с покемоном Юмичу, моей собакой, кто не знает, произойдет очень эпичное. И вообще со всеми собаками. Посмотрите, что этот чудо делает. Эй! Нельзя драть лежанку. Я тебе когтеточку куплю скоро. А, да, у меня еще глаза больные были. И мне тоже их долго лечили. Думала, никогда им не порачу всех этих капель и мазей. Но когда подросла, теперь могу сказать спасибо, что не осталась слепой и глухой. Ну а в детстве, как и сейчас, как и все мелкие, я любила пожрать. Я была вообще малявка, с Анину руку. А еще, как и все личинки, я постоянно ела и спала. Но и как и все дети, я была очень любопытная и вечно где-то лазила и не могла усидеть на месте. Играла и очень полюбила ласку, ведь до этого меня никто так не любил. Да, очень любит гладиться, очень любит гладиться. Ты все-таки хочешь косточку? Ты хочешь... Да косточка тебе большая, она больше тебя, посмотри. Она больше тебя. После спасения я попривыкла и провела с Аней много дней. Аня вместе с мэджиками дали мне имя Киса Алиса. Потом она сделала мне комнату, чтобы я жила первое время там одна. И привыкла к новому месту. Вот что Аня рассказывала про тот день, когда она меня спасла. У нее был огромный вздутый живот, она нахлебалась... Посмотрите на это чудо. Нахлебалась воды... грязной, даже не воды, а сами понимаете чего, что есть в канализации. Она вся была блохастая, мы упала. Это рыба твоя, рыба, ты рыбу любишь? Ты рыбу любишь, да? Ну и что вы думаете, жила я, радовалась, играла, ела, спала, получала любовь и ласку. Тем более, когда мне выделили свою целую комнату, я думала, что это просто рай. Конечно же, котомонстр жила там. И я-то думала, что я у Ани одна. Одна такая, единственная, неповторимая и самая любимая. Ой, я не могу. Ребенок уже пытается распаковать скорее свою игровую станцию. Мы пописали. Вот так. Смотрите. Что ты делаешь? Что? Офигеть! Ну, конечно, Юми не нравилась эта штука. Она не догадалась до такого просто. Что ты творишь? Ты что творишь? Как ты это делаешь? Посмотрите. Ой!
Кошки – это нечто невероятное. Просто это не собаки. У собак тоже свои как бы причуды. Собаки тоже клевые, но... Что происходит? Что? Она разрушитель, она убийца просто. Вот радости-то! Вот радости! Радости у ребенка! Не было никогда столько игрушек. И такого развлечения, это же целый аттракцион просто. И я-то думала, что я у Ани одна, и у меня целая комната, но не тут-то было. Есть и другие. И пришло время знакомиться с остальными. Кстати, кажется, за год и 9 месяцев мой голос изменился. Не обращайте внимания, что я в детстве говорю по-другому. Ну что, киса Алиса, ты готова знакомиться с ребятами? Значит, киса Алиса – это я. А это кто такие? Кота-монстр! Во всей своей красе! А ты мой собачий бог! Я Юмичу Покемон! Знакомьтесь. Это же Кота-монстр! А вы-то сами кто такие? Ой-ой-ой, она разговаривает! Почему она говорит на нашем языке? Ну, слава богу, не придется тебя учить разговаривать. Кота-монстр! Ой-ой-ой, она разговаривает! Кота-монстр! Эй, слышишь, не трогай меня! Так и знала, что она злая! Не подходите ко мне! Погоди, а ты-то сама кто? Я. А вдруг ты как мы? Ну, всякое бывает. Ну, не знаю. Мне кажется, хотя... А вы кто такие? Ну, мы не волки тоже. Мы собаки. А я покемон. Но, в принципе, тоже собака. А ты кошка. И тебя достали из канализации. Но мы называем тебя кота-монстром. Сама ты кошка. Уж точно я не кошка. Видела я всяких там кошек. И я не они. Ну да, конечно. Она говорит, что она не кошка. Я этот. Но я точно не кошка. Ну а кто ты? Ну а кто ты, а? Может быть я... Ну кто ты, а? Кота-монстр ты. Ты кошка, поняла? Так что не выделывайся. А мы собаки. Ты просто маленькая кошка. Эй, я не кошка. Ясно? Оу, эй, поаккуратней. Лапы-то не распускай свои. Мы же по-дружески с тобой. Да, мы дружить хотим. Тогда не говорите, что я кошка. Ну а кто же ты? Ты что, собака что ли? Придумала себе еще одна. Почему дети никак не хотят признавать, кто они? А я тогда кенгуру. Кенгуру ходит на задних лапах. Вот, видите, я кенгуру. А кто такой кенгуру? Эй, кота-монстр, мы знаем, что тебя зовут Алиса. Я Алиса. А я Юмичу. А я Софи. Тут еще с нами моя мама Миша и папа Эйвен, поняла? Да отстаньте вы от меня. Я не кошка и не кота-монстр. Пахнешь ты кошкой. Юми, а ты вообще-то собакой пахнешь. А я покемон. Я и не покемон. А кто ты тогда? Сейчас дай ей время что-нибудь придумать. Я тебя боюсь. А почему? У тебя слишком длинные когти. Эйвен, да не бойся ты. Ты 100 раз видел котов. Какой она кота-монстр? Она маленький беззащитный котенок, которого вытащили из канализации. Это не меняет ее когтей. Кота-монстр? Эй, ты. Я не кота-монстр. И не кошка. Ну а кто ты тогда? Я сначала думала, что ты покемон. Но ты говоришь, что ты не покемон. Тогда кто же ты? Если не кота-монстр, не котенок и не покемон. Кто же она? Миш, да не паникуй ты. Ну, скажи, кто ты? Сейчас она что-нибудь придумает себе там. Хочешь быть покемоном, как я? Нет, я не хочу быть покемоном. И кто это вообще? Я смотрю, вы познакомились, ребята, уже. Я все снимала. И не только то, что происходило сейчас. Упс, то есть Аня все снимала? Да уж, как мы на кота наезжаем. Ну, мы особо-то не наезжали на нее. Мы вообще подружиться хотели. Это она такая недружелюбная, да? Вот именно. И на главном канале Magic Family есть полная версия вашего первого знакомства. А что это значит? На главном канале Magic Family. Ну, типа это Magic Pets, наш личный канал. Да, а главный канал это где Аня рассказывает о нашей жизни. Все вместе. Понятно. Ой, намучаемся мы с ней. Мяу! Эй, ты чё? Я увидела, как тут шевелилась пушистая змея. Это был мой хвост. У Юмичу, как и у тебя, Алиса, есть хвост. И не надо на него нападать. Этот хвост, это не игрушка. Эй, слышишь? Как у меня? Может быть я... Ладно, тут София, она просто маленькая. Я тоже была такой. Тогда может быть я... Ну все, хватит, отпусти мой хвост. Отдай мою ногу. Может быть я, как вы... Что это ты имеешь в виду? Все-таки ты покемон? Ты что там придумала, кота-монстр? А? Эй! Может быть я... Может быть я собака? Чего? Глупости не говори. Какая ты собака, ты кошка. Мы вот собаки. Просто маленькие. А ты кошка. О, вообще пипец. Придумала еще себя собакой называть. Так, у нас собака покемон, а кошка собака. Где я живу? Мне кажется, или мы потихоньку сходим с ума. Я поняла. Я собака. Ты не собака. Ты кошка. Ты маленький вредный котенок. Эй, слышишь? Ты не собака. Чуть, София, мало ли? Юми, не говори глупости. Отстань. Мяу, гав. Да, давай еще попробуй гавкать. Отстань. Ты только мяукать умеешь. Я собака. Теперь я точно поняла. Что мы будем с ней делать? Она сведет меня с ума. Мяу, гав. Эй, прекращай гавкать. Ты маленький, вредный, бездомный котенок. Софи, может быть, не надо так грубо? Пусть она не называет себя собакой. Понюхай ее, она же кошка. Хватит играть с моим хвостом. Мне нравится. Эй, котяра, кота-монстр, перестань играть с Юминым веником. У меня не веник. А у тебя вообще, тетя Софи,
нет хвоста. Да я же чувствую, что она кошка, она же пахнет кошкой. Обыкновенная кошка, котенок. Одна покемон, другая собака. Будешь называть себя собакой? Знаешь, не трогай! Юмичу, ты что? Я же защищаю наш род. Она хорошая, тетя Софи. Слушай меня внимательно. Не трогай меня. Не трогаю я тебя, слушай меня внимательно, киска. Ты не собака, ты киска, понятно? Запомни это, иначе тебе не поздоровится. А ты, Юмичу, предала собачий род. Я просто... Не обижай просто ее. Ох, что же делать? Как обычно, женщина создает проблемы. Смотри, Юми, она даже с мячиками играет, как кошка, а не как собака. Ну и что? Я тоже с мячиками играю, как собака, а не как покемон. Может, пусть она думает, что она собака? Я собака. Ты не собака. Эй, Алиска, киска, ты, ну правда, не собака. Не собака. Собака. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Я собака. Перестань. Перестань, а то я тебя отшлепаю. Не отшлепаешь. Сейчас отшлепаю. Нет. Сейчас как отшлепаю. Ударю. Ой, блин, она даже дерется, как котяра. Вот так мы и познакомились с пёселями. Но потом мы с покемоном Юмичу стали лучшими подругами, потому что мы похожи по возрасту. И даже в школу в одну ходили. А вот с остальными взрослыми я просто общаюсь. У меня еще много всяких историй про мое детство и подростковый возраст. Чего только со мной не происходило, а видео и так длинное, но если захочешь и поставишь лайк и напишешь коммент, и проголосуешь в вопросе, я расскажу, как я была подростком. А пока беги, смотри новые видео на всех наших каналах и переходи 9 июня на фестиваль 4 лапы в Сокольнике в 13:45. Пока!